Основа будущего яблоневого сада была заложена во время марафона в поддержку Васи Мотовилова в начале лета. Около 100 саженцев осенне-зимних сортов, что символично, ведь они дольше хранятся, были посажены неравнодушными участниками акции. Яблони все до единой прижились очень хорошо. Это благодаря тому, что за ними ухаживали, хотя посадили в жаркое лето. И мало того, на них уже в этом году появился первый урожай яблок. Он небольшой, но в принципе его надо убирать для того, чтобы лучше развивалась корневая система. На каждом посаженном дереве были закреплены таблички в виде зеленых листьев с именами людей, чью память будет хранить этот живой экспонат, и пожеланиями здоровья мальчику. Таблички – это очень важно. И почему? Потому что люди хотят знать результат, хотят видеть через некоторое время, через десятилетия, и показывать своим детям, внукам, что вот сажали деревья, что они живы, здоровы. И вот сама эта акция «Посади яблоневый сад», она, наверное, добрая, давняя традиция, которая века уже у нас на Руси. Правда, надписи были сделаны маркером, и спустя 3 месяца краска начала смываться. За продление памяти взялась Надежда Веселовская. Мастер по маникюру одного видновского салона красоты, помимо своей основной профессии, увлекается выжиганием. Эту технику она применила для гравировки табличек из Васильевского сада. Примерно получилось около 2 месяцев работа вся. Ну, в принципе, сложно, да, но... По идее, рука поставлена, и мне было... Потом просто уже само собой все получалось, и все. Просто по времени это пыль, ну, как-то, не знаю, просто делала, и все. Теперь вот такие таблички с именами участников акции и пожеланиями здоровья Васе Мотовилову будут на каждом дереве в Васильевском саду. После того, как листва пожелтеет, проведут обрезку яблонь, и Васильевский сад будет полностью сформирован. А лет через 10, как обещают садоводы, деревья дадут хороший урожай. А среди собирающих эти спелые яблочки будет и Вася. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.